Почему маяки, нас всех спрашивают? Потому что, во-первых, у нас есть часть города, которая называлась когда-то Маяк, а сейчас маяки — это то, что притягивает людей. Та территория, которая наиболее востребована у жителей, она благоустроена. Самое главное, что удовлетворило всех жителей, спрос, у нас появились нормальные тротуары в центральной части города, у нас реконструкция прошла парка в двух скверов, и соборная площадь реконструирована, у нас появилась нормальная сцена, лавки, урны, указатели, потому что Хвалынск — это туристический центр. Провели первую строк-сессию в нашем городе. Впервые собрались представители самых различных сообществ. Это союз пенсионеров, брейк-дансеры, школьники, жители неравнодушные. И мы действительно обсуждали. То есть тот проект, который у нас реализован в Хвалынске, это проект соучастного проектирования. Мы это очень долго ждали, потому что это проектная деятельность. И то, что сейчас это стало работать, это очень здорово. Мы видим результат. Проект наш выиграл у фонда президентских грантов, называется «Резная сказка Хвалынска». И вот в рамках этого проекта создана вот эта вот ярмарочная деревня, которую мы сегодня открываем. Домики создавали своими руками, то есть это традиционная для Хвалынска резьба, традиционные для Хвалынска элементы. У нас каждый год бывает такие некоторые стёбы со стороны жителей по поводу елки. Но мы решили, как редакция, собрать и активизировать жителей, потому что, ну, сколько можно выступать по этому поводу, пора собраться и что-то сделать.